сегодня в центр. Все продолжаем искать технику. Ну вот сегодня договорились встретиться с папой, баба Джимом нашим. У него вроде бы знакомые, там друзья. Сейчас мы находимся в центре. Переходим дорогу. Не успели. Покажу вам. В общем, это порт рядом с портом. Парк такой. Это джами. Место, где я вам показывала голуби. Помните, у меня было видео такое, «Любовь и голуби» называется. Вот это самый центр такой, Мерсина. Переходим дорогу. Здесь водители очень плохо ездят. Надо быть осторожным. Это не то, что в Грузии. В Батуми останавливаются машины, пропускают. А здесь прямо летят. Ну, такого контроля нету со стороны полиции. Вот это вот единственная проблема. Еще вот такие вот дела. Покажу сейчас вам, где мы находимся. Если вы досмотрите мое видео до конца, то вы услышите ту новость, которую я хотела вам сообщить. Имейте терпение. Вот, показывала место, где голуби. Что, пошли на встречу с баба Джимом? Такая здесь главная площадь, рядом с джами находится. Тут гостиница. Мы сейчас углубляемся в центр. И вот в этом кафе очень вкусные тантуни. Хаджиозган. Настоящий тантуни, чистенько все, вообще классно. Вот такая вот джами, мои хорошие. Улу джами. Вот так вот ноги, видите, моет мужчина. Перед входом в джами нужно помыть ноги. Не помню, я вам показывала центр или нет. Вот в центре вот такие улицы с кафешками. Сейчас вот люди будут приходить на обеденный перерыв и кушать. Много магазинчиков, центров. Здесь вы можете купить подешевле товары, чем в форум-центре, конечно, но не такое качественное. Сейчас мы зайдем с вами. Это базар мы? Базар? А, в каждом месте, говорит, базар. Ну, везде тут так продают. Все продают. Я здесь никогда еще не была. Чичек пассаж называется. Чичек пассаж. В Турции из-за того, что сигареты очень дорогие, покупают вот такой табак и курят. Сами крутят сигареты. Здесь на этой улице очень много. Видите, такой табак. Цены разные. Крутят люди и курят. Дорого очень сигареты здесь. Центр Чаршия называется. Здесь вот в этом районе живет Али. А вкусно как пахнет. Мы не позавтракали, представляете? С мужем. Сейчас, наверное, потом что-нибудь покушаем. Почему не позавтракали? Я встала-то рано. Легла в 5, встала полдесятого.
дела у меня были свои. Интернет этот, все. Там прибралась чуть-чуть, села и сидела. Я ашком встал, и мы быстро пошли. Сладости турецкие. Обожаю. Уже ждет нас баба Дим. Хош был дух. Мераба. Мераба. Баба Дим. Буйрон. Evet, Allah muhabbetini... Babacığım seni nasıl seviyorlar? Allah muhabbetinizi artırsın. Evet, söyle. A, посмотрите, какой принц gibi, а? Посмотрите, крал gibi видим. Какой у меня, babacığım, посмотрите. Сейчас мы в магазине, посмотрим холодильники. Вы знаете что? Какой я хочу холодильник? Как вы думаете, вот камеру я хотела бы, чтобы внизу было. Здесь все наверху. Не знаю. Как вы думаете, не скажете? Вот у меня там в Батуми тоже внизу камера, и здесь вот белый не хочу. Однозначно хочу. Вот этот мне черный нравится. Такой, как я хочу. Только чего здесь есть, вы смотрите, 6320. Сейчас камеру переключу. Такое, как стекло, посмотрите, как зеркало. Такой классный холодильник. Я же люблю зеркало. Ой. Очки мои. Так, вот такие вот есть холодильники. Газ мы не хотим. Мы сейчас только это все необходимое, потому что мы собираемся делать ремонт. И машина стиральная мне нужна. Не стиральная, а посудомоечная, потому что я устала уже. Столько посуды собирается. Вот это 4000 ничего. Хочу серый цвет. Как вы думаете, нормально вроде бы, да? Говорят, что Беко не лучше, не хорошее. Лучше Арчелик. Не знаю, как будет. Что мы выберем? Посоветоваться надо. 4400. Это очень огромный. Вот такой вот ашкам хочет огромный. Представляете, какой холодильник. Ого! 6000 цена. О. Конушуем? Буздула ли конушуем? Холодильник разговаривает. Вы представляете? Холодильник разговаривает. Ашкам, бен бу истиорм, я этот хочу. Мирас конушаим, поговорю, когда мы будем. Вы представляете? Холодильник разговаривающий. Обалдеть. А машинка? Машинка. Вот это будет. Сколько она стоит? 2655. Сколько у меня программ? Посмотрим сейчас. 4 программы. Bizim şey vardı, Devlet'te bir fırıncı vardı, Yıldız Ekmek Fabrikası'nın sahibi. Saçlar maalesef. В общем, вот такой вот ассортимент Беку. Mübarek babasından bahsederdi işte. Sizin köyden geçerken, Aksaray'dan gelirken Devlet'in arkasındaki bir kesmişler. Сидим с Бабаджимом. Бабаджим нас пригласил в ресторан. Ресторан Табис. Будем кушать, сейчас потом покажу. В общем, купили мы технику.
хороший холодильник, стиральную машину и духовку. Буду готовить вкуснятины, турки мекнери, русские мекнери, гюрджи. Все буду делать. Русскую, турецкую, грузинскую. Да. И самое главное, моя ручка теперь будет в порядке. Булашик макинеси вар артекленде. Машина есть. Красиво. Сейчас мы будем кушать, покажу, что нам принесли. Солебер шестерсон солебер. Не солебер. Насыл сын. Кузов алдык. Evet. Холодильник купили, машину купили. Фырын алдык. Иншаллах, onlardan фырында не yapacaksın bana? Хэп yapayım, хэп. Хэп. Что сделаешь мне? Я говорю, все сделаю, тебе приготовлю. Вот сейчас будем кушать, вот так ошибись. Ждем нашу еду. Ждем с нетерпением нашей еды. Вот салатики такие. Вы представляете, это, оказывается, делается с сиреневой капустой. Я думала, это такой обычный бурак. Без бурака, а только уксус надо. И перчик добавляют, салатик такой. Ой, ждем с нетерпением еду. Где они? Принесли нам еду. Адам, айна буздолабану бисе, сэра айна алэ. Var mı başka düşteniz? Ayran, kola, çalgan, ekmek, hem de ekmek ver bana. Sen içeceksin mi ayran aç? Hayır. Tamam. Смотрите, вот что это, посмотрим. Принесли дебу бакаджас. Курица. А, пилав да варашку? Короче, курица с плавом донер, вот такой вот здесь. Что, приятного аппетита. Концерт мы увидели. Такая площадь. Это центр. Весело здесь. Хочу показать вам. Легенда Версина. Видите? 52-этажный дом. Настал тот момент, друзья мои, когда я могу поделиться с вами этой новостью. Я очень рада, что меня смотрит все больше и больше с каждым днем людей. И все больше моя история и наша история с Ашкымом нравится и также всему миру. И вот заинтересовала кое-кого на федеральном канале российского телевидения. Мне позвонили, со мной связались, поговорили и предложили поучаствовать в одной из таких телепередач на федеральном канале российского телевидения. И мы с Ашкымом скоро поедем в Москву. Но разглашать имя передачи и канала я дала слово, что пока не буду ничего говорить. Вы сами все постепенно увидите. Самое главное, что мой канал интересен стал и им тоже. Я очень счастлива, и мой Ашкым счастлив. Никогда он не был в Москве. У меня с Москвой связано очень много воспоминаний в детстве, в таком уже возрасте, в юношеском возрасте, можно сказать. Я там даже жила в Москве и очень рада, что скоро я посещу самый большой город России, столицу нашей России, город Москва. На этом буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата.